Друзья, всем большой привет! Меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Сегодня начинаю свой пятый обзор пятой части в Галамарте. Это город Курск. Подписывайтесь, будет интересно. Приятного вам всем просмотра. Посмотрите, какие красивые для мыла есть аксессуары. Для жидкого мыла сразу с губочкой. В разных расцветочках можно найти по 279 рублей. Красота неописуемая. Мыльница с крышкой. 49 рублей. Разные цвета и расцветки. А еще есть вот такая полочка для ванной комнаты. 69 рублей цена. В двух расцветках я вижу. Мятная, розовая и даже вижу еще белая. Очень много аксессуаров для ванны. Керамика. К примеру, вот такие мыльницы по 89 рублей. Разные цвета. Также есть стаканы из этой же серии по 119 рублей. Дозаторы для жидкого мыла по 150 рублей, 159. Еще вот такой интересный дизайн. Стакан 129, а дозатор по 169. Под мрамор расцветочка есть. 169. Крем для лица питательный. Календула. 19 рублей. Эффективный питательный компонент для ухода за кожей. Мне очень стало интересно, что вот это у нас. А это у нас крем для рук с маслом шеи, витамином Е и А. Интересный очень тюбик, 35 рублей цена. А еще есть, я смотрю, в розовом дизайне. Ароматизаторы для дома. Их очень много по дизайнам, ценам, фасонам, скажем так. С палочками по 119 рублей. Вот такие вот, которые просто можно повесить в шкафу даже по 49 рублей. Разные ароматы и цвета. Карандаш для чистки утюга 29 рублей. Эффективное средство для удаления нагара. Интересная вешалка для платков 49 рублей цена в розовом цвете. Носки мужские по 9 рублей. Обычное качество. Хлопок 45 и полиэстер. Ролики для чистки одежды по 9 рублей. Френч пресс, пластик 350 мл, 89 рублей. Основа стекло. Рядом стоит чайник заварочный в коричневом цвете, 89 рублей, 500 миллилитров. Кисточки силиконовые по 29 рублей. Ну а здесь у нас с вами, девчонки, территория красоты. Резиночки, заколочки, лаки, лампы для сушки, разные маски. Давайте посмотрим поближе. Жидкость для снятия лака 109 рублей. Супер эффект с помпой и дозатором для ватных дисков. То есть мы с вами нажимаем, и вот здесь вот будет выступать уже жидкость. Очень удобно. Если обычную посмотреть, то цена 59 рублей. Лампы для сушки гель-лака с USB-проводом. Дневной свет, безопасно для глаз. 36 вольт по 549 рублей цена. Очень много разных лаков для волос. Также масло. Масла разные. Кисть для растушевки BB-крема или консилера 89 рублей. В фикс-прайсе, я помню, такая была по 99. Мицеллярная водичка по 49 рублей. Для всех типов кожи 250 миллилитров.
огромное количество масок для лица по 39 рублей. С разными эффектами они идут. Восстановление, витаминный лифтинг, крем для рук в интересных упаковках, фрукты 119 рублей. Матирующие салфетки для лица 50 штук. Быстро, легко и эффективно, качественно удаляют жирный блеск. 39 рублей цена. Патчи для глаз по 119 рублей, вот эти два вида. Успокаивающие и увлажняющие. Идем дальше. Есть коллагеновые по 139 рублей. Полоски для носа 99 рублей, 6 полосок. Это депиляция у нас уже пошла лица и подмышек. И восковые полоски для депиляции тела 99 рублей. Помадки покажу вам в обычной форме и карандаш. Туши по 129 рублей. Зеркальце настольное, трансформер по 79 рублей. Я смотрю, что здесь разные упаковочки. Надо себе такое приобрести, давно хотела. Очень много вот таких вот зеркал. 419 рублей. Вот такое вот 700 рублей. Это с подсветкой и отделением для хранения. Также здесь вот такая вот подставочка. Вот такие вот компьютерные мыши по 99 рублей. Коврик для компьютерной мышки с подушечкой для руки 79 рублей. Держатель проводов 79 рублей. Стаканчики пластиковые с трубочкой 135 рублей. Очень много всего, всяких чехлов для дома. Например, еще есть этажерка для обуви 329 рублей. Вот такие пледы, очень приятные, красивая упаковка, по 890 рублей. Они довольно большие по размеру, 200 на 220. Смотрите, вот эти вот по 790. Два варианта. Очень много сковородок. Заинтересовала вот такая вот маленькая, смотрите. Мини-сковородочка 319 рублей, антипригарное покрытие. Ну что, надеюсь, вам понравился ролик и вы мне поставите лайк. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.